Исетское сельхозпредприятие «Запсибхлеб и сеть» сегодня первым в Тюменской области завершило уборочную кампанию. Сразу 7 комбайнов молотили ячмень. С гектара в хозяйстве взяли 19 центнеров. Для сравнения, средняя урожайность по области 15,5. И сразу после финиша на поле развернули импровизированную сцену. Представители региональной и муниципальной власти поблагодарили работников, которые вырастили и собрали урожай. Механизаторы отмечают, что эта кампания сильно отличается от прошлогодней. Погодные условия не позволили нам собрать вот такую массу урожая, как те года. Нынче похуже, но тем не менее пойдет. Добавлю, что тюменские аграрии планируют собрать более 1 100 000 тонн зерна. Низкий показатель обусловлен засухой, которая накрыла большинство районов области. В некоторых урожайность не превышает 7 центнеров с гектаром. Хозяйства могут уйти в убыток. Пообещали, что их не оставят без поддержки. Мы точечно будем смотреть, прорабатывать, в том числе с кредитными учреждениями, банками, лизинговыми компаниями, возможность реструктуризации, если в этом будет необходимость. Цена на зерно несколько выше, чем она была в прошлом году. Будем рассчитывать, что все-таки экономика текущего года у предприятий, которые занимаются растениеводческой деятельностью, будет, скажем, в хорошем смысле слова, благодатной.